Здравствуйте! В эфире студенческие новости Казанского федерального университета. С вами Александр Александров. Смотрите сегодня в выпуске. Выиграть барана и побегать в мешках. Сабантуй в Казани в этом году принимает гостей универсиады. Всемирные студенческие игры в музейных экспозициях. Мы убедились, выставка интересна всем. Пляшет и поет КФУ. В деревне универсиады прошел грандиозный концерт. Как готовились университетские таланты к танцевальному марафону? Огромное количество сюрпризов ожидает посетителей Сабантуя. Подробности организаторы держат в секрете. В этом году сроки самого любимого праздника в Татарстане сдвинуты в связи с универсиадой, чтобы гости летних игр смогли побывать на национальном торжестве и оценить его размах и красоту. Сабантуй проходит в субботу, 13 июля, в Березовой роще в поселке Мирный. С самого утра здесь развернулись национальные подворья. В 11 часов на Майдане театрализованное представление. В главном спортивном состязании национальной борьбе «Кюреш» принимает участие и чемпион универсиады в этом виде спорта. Главный батыр праздника получит за победу традиционные призы – барана и автомобиль. Не исключено, что гостями Сабантуя станут и делегации российских вузов, приехавшие на универсиаду поддержать своих спортсменов, а заодно обсудить вопросы сотрудничества. Подписан меморандум о намерениях между Казанским федеральным университетом и Кызылординским государственным университетом имени Каркы-Татар, Республика Казахстан, сообщает пресс-центр КФУ. Как Казань готовилась к универсиаде? Об этом и многом другом из истории студенческих игр можно узнать в музее, созданном и открывшемся специально в дни летних состязаний. Алина Хангареева интересовалась самыми яркими экспонатами. На этом стенде запечатлена история универсиады в Казани. А 31 мая 2008 года, когда Казань была названа столицей летних студенческих игр, в 2013, а именно открытие деревни универсиады. Представлено более 60 экспонатов, во всяком случае это было на момент открытия музея. Но сейчас уже намного больше, потому что многие люди приходят и уже дарят музею какие-то свои подарки, мы их тоже вносим в реестр. Подарки имеются в виду, конечно, связаны с универсиадой. На выставке представлен главный символ универсиады – факел, с помощью которого несколько дней назад в Казань-арене лучшие спортсмены России вот так зажгли чашу огня. В конце экспозиции расположен мини-кинотеатр. Здесь показывают документальные фильмы со всех игр. Любой желающий может окунуться в атмосферу спортивного праздника прямо сейчас. Самая интернациональная дискотека. В деревне Универсиада студенты Казанского федерального университета организовали большой концерт, посвященный экватору всемирных летних студенческих игр. На празднике побывала Марта Луканина. Наше студенчество, оно готово принимать, оно радо гостям, оно желает всем всего самого доброго, ну и чтобы частичку тепла наши гости забрали к себе на родину. А если им понравится, то, конечно же, мы их ждем. Века. Изюм.
pay attention that the only material of all accessories is traditionally nomadic thick felt. This material is used in balanchine. Встречайте! И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых последних событий. Всего доброго! Июля днем воздух в Казани прогреется до плюс 24 градусов. Ночью температура опустится до плюс 21. Весь день ясно, местами малооблачно. Ветер северный до 4 метров в секунду. 14 июля благоприятная для спортсменов погода сохранится. Днем плюс 23, небо ясное, ночью столбики термометра опустятся до плюс 18. Ветер северный, порывистый до 4 метров в секунду. Информация подготовлена студенческим телевидением Казанского федерального университета по данным электронных СМИ. Всем спортсменам Универсиады мы желаем побед и попутного ветра. До встречи!